Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Ледовое побоище 4 на 4. Играем за Альянс. Друзья, вот парадокс. В третьем варике больше предпочтения я даю Альянсу почему-то. Очень часто играю за Алов. И когда раньше в школе учился, я в основном только играл за Алов. Но, как мы видим, в Вове я играю за Орду. Странно, да? Ну ладно. Так, ну пофиг. Смотрим, кто в союзе. Орда, эльф, хуман. Хорошо. Так, я на отшибе, значит, они вот здесь. Один вот здесь будет. Здесь. И так, вот здесь, по-моему. Так, ладно. Главное не ударить в грязь лицом. Я готов. Must and go. Куда go? Вот сюда. Так, подождите. По-моему, вот здесь вот будет, да. Пишем им go. Готовы. Rush — это круто. Я люблю рашить. Но сейчас... Ну ладно, надо попробовать собраться, может получится. Не обещаю, конечно. Гномик. А может не гномик, а архима антим... этого. Нет, гнома. Своей тактики не изменю. Так, а кто тут? Орк? Орк Блидмастера построит отлично будет. Просто вот криты его, мой стан, там. Там будет красиво все разлетаться. Так, сколько у меня? 4, все, нормально. 3, 2, ага. Все, 2 фута, и я в атаку пошел. Сейчас 5 еще. И лес, потихоньку лес надо фармить. Так, что у пацанов? Тауэр построит. Но это, кстати, не очень хорошо. Блин, они он только алтарь строит, елки-палки. Посмотрите, как-то криво построят вот эти колодцы, неаккуратненько. Ну ладно. Все, отлично, все, я пошел драться. Вот и. Так, по-моему, блин, где он? Тут? Нет, он не тут. Раз, два, три, четыре. Да, тут, походу. Блидмастер, ох ты, он фармит там. Да нафиг фармить. Пошли воевать. Только кузничку надо. О, о, нежить. Хорош. Видел меня. Говно застомпил. Ай, пофиг. Бьем батраков и уходим. Че, что ты пешнусь? Давай. Есть. Следующего. А был бы блидмастер? И молоточка. Бьем. Хорош! Может, жука еще нагнем? Я, наверное, буду улетать. Да. Ну, неплохо, чё. Блидмастер там. Ну, сейчас я тут подрегенюсь. И улечу к нему. Правда, ТПшки больше нету. Он у него помощь. Он в инвизию идет. Вот Бугаев зря он отдал туда. На передовую. Ну что, каков результат? Потерял я 2 фута. Но у него 5 рабочих сдохло. Мне кажется, урон мы ему больше нанесли. Хотя он Бугая всрал. Ну ладно. Пойду я на колодец схожу. Так, все, инициативу главное держать. Так, он тинкер построил. Терри из железячник, механик. Прикольно. Вот то, что у меня ТП-хи нет, это плохо. Рего. Рего. Го.
Сейчас мне надо фулл ману пить. Погнали. Пошлите, пошлите. А, он на меня пошел. Не хватает золота. Не хватает золота. Говно. Давайте отобьем. Финдов главное гасить. А мы мусарню вызовем. Не, отобьем. А у жука ТП есть, да? Ну давай, жук, не успеет он ТП-шиться. Жалеет ТП, жалеет. Молодец. Финда, финда. Нормально. Так, сколько? А, гоу, гоу, да, в контратаку, гоу. Обязательно. Сколько у меня рабочих? Раз, два, одного убили, что ли, да? Пофиг. Еще бы щиты качнуть. Так, ну на молоток будет стан кину. О! Ну, где вы там? И надо его стомпить, стомпить. Ах ты. Есть, застомпили. Хорош, застомпили. Смотрите, видите, он финдом сам себя застомпил. Круто. Хорош. Все. Сейчас на жучках покачаемся. Все, выносим склеить его. Могильники всякие. И это пахнет победой. Да, вот этого мы выносим. Ну, блин, тут вот жалко, не дают никаких наказаний то, что ливнул. Ну, может, там как-то на статистике, но там не смертельно. Нет вот этой системы репортов. Потому что мы сейчас его вынесем, могут чуваки ливнуть, и весь кайф нам обломают. А весь кайф заключается насытиться победу, так вот засмаковать. И так, это что за говно? Куда мы бежим? Да, он постройки отменяет. Хочет спастись. Он рифлы пошли строиться. Да, он постройки отменяет. Ну, как унежить вот это можно продать. Постройку. Неплохо. Исследование завершено. Так, сколько? 210. Ну вот видите, вот уже пошел лиф. Отстойно. В кого идти-то, господа? Танки. Не хватает дерева. Тут там. О! Сопротивление оказано, вооруженное нам. О, сейчас будет стан, будет, будет. Его хексанули. Он бьем, бьем, бьем. Ну, молотка он огребет. Не пожалею даже. До свидания. Х, скрыта его. О, так, BW. Исследование завершено. Кони там метели. О, еще одна нежить засела. А можно нападать на срать. Давайте, футы потанкуют. У меня вон футы со щитами. Только маны нету. Сейчас мы вышки снесем. Минус вышка. Чего?
Так, у него там финды работают. Они вообще по мне фигово мочат. Сейчас мы как-нибудь красиво. А, сдох, да? Молоток Вицев. А не ТП-шнулся, молоток летел, анимация. И когда он приземлился, получил молотка. О, как мы тут... Стенка какая, куча мала тут. Лютая. Давайте Б сделаем. Вон футов можно... Ну, маны нет, хотя... Если по... Ой-ой-ой! Койлос поймал. Да ёлки-палки! Чё он не мог сюда пройти, я не понял. Бред какой-то. Ладно, я отступаю. Рифлиманы! То есть не рифлиманы, эти, орудийный расчет. Ты, смотрите, что он сделал. Вышка. Видите, у людей вышка, у нее броня, как у солдатика, тяжелая, как у фута. Футов тоже тяжелая. Водичку пил. И как-то вот в мире Варкрафта все футы вот левой рукой щит держат. Хотя можно было танки, ну ладно. Картечь надо еще будет. Сколько картечь? 50-100. Круто. Что прикажете? Они он его доругливают. Ща футами дернем. Так, неплохо. Ну-ка еще одного. Рудничок бы цепануть. Угу. Там дракон. Рудники мы даже не освобождали, да. Огры спят. Так, 150, 175, вуд. Ой, вуд. Самого досок нету. Картечь надо. Здравия желаю! Опа. Блин, у меня все милишники. Пошли, пофиг. Опа, на там все серьезно, пацаны. Пошлите, пошлите. Потанкуем. О, захиксили. Сейчас тут, блин, надо застомпить его. У меня маны нету. Может, баши пройдут. Смотрите. Так, все, ладно, пофиг. Вот Архимаг сдохнет. Зырьте. Молотка. Ауру. Не-не, не надо атаковать этими мортирами, потому что они с плашом как фиганут по нам. И жопа будет. О, хорош. Во-во-во-во, Престов. Валим Престов. Можно атаковать. Осадка ж есть. Знаете, как мы сделаем хитро? Вот так вот. Сейчас мы их прорубим грамотно. О, нормальная тактика. Только своих главное не залить.
Все, пошли, хлынули. Такие. Все, до свидания. Рифлы и же с ним. Блин, а, антимаг, архимаг мой. Все, огонь. Дичь герцога этого бомжуйского. Ой, гном проседает. Тихо, уйди, а блин, свалил. Там морозы, что ли? Так, пускай гном отдыхает. Блин, я же сказал, гном отдыхать. Это тоже пускай отдыхает. Еще пускай на базу идут. А я палтуса построю. Понятно. Все, монашек поубивали. Ферму хотят. Пахнет победой, пацаны, но победа близка-то. Главное не упустить. Танков. Ура! Все, выносим. Ты еще не видел меня в бою? А я рынок строил, я забыл. Да, господин. Нет, наверное. Или мне его разбурили? Все нормально уже, выносим. Ох ты, что творится? Не, хорошо, подрались. Но мы тут выиграли, однозначно. Эх, мне бы палтуса. Не хватает дерева. Чем бы заняться? Ты еще не видел меня в бою? Ну и этих. Ну все, мы тут уже аннигилируем по полной программе. Чем бы заняться? Показывайте. Можно же грейды делать, танки. Танком вот это обязательно надо будет делать. Ну тут уже смысла нет, мы уже выигрываем. Танки-то так, чисто для статистики. Исследование завершено. Так, где-то не добили. Исследование завершено. Так, пацана там молот веру укрепляет, это хорошо. Так, ищем. Готово. Выходит. Где-то спрятались. Ну и где? А, вон, нашли. Нет. А, во. Может, что не добили? Это наш. Ну, у него база, значит, по-моему. Хата. Да тут нету. Так, тут нету. Там тоже. Вот, блин. Исследование
И начинаем палить везде. Я пока поразеваюсь. Кончились заряды у минометных расчетов. Прикажете открыть огонь? Ты еще не видел меня в бою. Ну аж как он сюда залетел? Вернее, какая-то. Исследование завершено. Исследование завершено. Тут тролли. Но приколисты. Мне кажется, тут что-то не добили. А, нет. Ёлки-палки. Где же они делись? Рукавицы Агра. Так, Архимаг качнулся. Ну где эти засранцы-то? Сейчас отстроится. Ну что ж, приказывайте. Чем бы заняться? Чё за прятки? Ты еще не видел меня в бою. Чем бы заняться? Интересно, кто же найдет? Давайте, ищем поиски. И зрители все такие пока вон. Красавцы, летающего надо. А, это зритель, он прорубил, прокушал. Молодец, ну красиво. Такие все на него бедного. На бедное дерево. Древо жизни, а ну видите, так бы карта открылась. Ну прикольно замутил. И всем зергам такие, все взрывается. Отлично. Ха-ха, молодцы.